Сотрудниками УГБО проводится работа по установлению владельцев и администраторов деструктивных телеграм-каналов и чатов, в которых обсуждается протестная деятельность, публикуются призывы к несанкционированным мероприятиям, в том числе экстремистского толка, а также устанавливаются активные участники массовых беспорядков, проходивших в августе-сентябре прошлого года. 12 апреля сотрудниками ГУБОП задержан 25-летний минчанин, который осенью участвовал в массовых беспорядках в столице. Достоверно установлено, что он 23 сентября вместе с другими протестующими в Серебрянке выходил на проезжую часть и блокировал движение транспорта, а также участвовал в других действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, установлено, что задержанный потребляет наркотики, ранее работал курьером интернет-магазина по продаже психотропов. В настоящее время он признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант арестован. В настоящее время в отношении его проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности. Принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях 23 сентября 2020 года. А именно выходил на дорогу, блокировал тем самым движение транспорта в районе микрорайона Серебрянка, призывая граждан не поддаваться на провокации телеграм-каналов.